И после рекламы короткий новостной блок. Завтра в четверг на Советской площади начинается ценопад. Подмосковная осенняя ярмарка организована администрацией района и предприятием «Мособлкачество». Обязательное условие – цена на продукцию должна быть ниже на 20-50% розничной цены в магазинах. На такие условия согласились больше 100 подмосковных производителей, а также их коллеги из соседних областей. Завершится ценопад 11 октября. В 2016 году правительство области начинает программу реабилитации малых рек. На территории нашего района их более 10. По программе будет произведена их расчистка, удалены поваленные деревья, мусор, пройдет укрепление берегов. Клинчане стали призерами соревнований по адаптивному спорту. Они проходили по 5 дисциплинам. Команду нашего города представляли спортсмены клуба «Стремление». У наших 3 золота, 3 серебра и 4 бронзы. Водитель 14-й выехал на красный, зацепив «Мерседес» и «Тойоту». Авария произошла в понедельник на пересечении Литейной и Карла Маркса. В результате ДТП пострадал предполагаемый виновник – водитель «Жигулей». Он был доставлен в Клинскую горбольницу с переломами.